Добрый день, коллеги! Сегодня мы с вами рассмотрим входящие правила в системе 3CX. Для вызовов на городские, междугородние и международные направления в 3CX используются SIP-транки. Входящие правила в 3CX служат для написания логики обработки вызовов, поступающих в АТС из внешних линий. Они еще называются входящие маршруты. В простом режиме, без использования маршрутов или правил, каждая внешняя линия, созданная в АТС, имеет поле направления вызовов. В поле направления вызовов указывается направление вызовов в рабочие часы и направление вызовов в нерабочие часы. Таким образом, входящие вызовы направляются напрямую на указанный номер. Это может быть номер абонента, номер сервиса, номер очереди, номер группы, номер голосовой почты. Вызовы направляются на этот номер напрямую, без использования входящих правил. Это простой режим маршрутизации входящих вызовов в АТС. По умолчанию, при создании нового правила, направление вызовов указывается на номер администратора в рабочие и нерабочие часы. Этот номер необходимо перезадать на нужный нам номер, куда будут поступать входящие вызовы.